Друзья, всем привет! Слушайте, не так часто вот приезжают машины, которые можно показывать и рассказывать. Вот это реально интересный случай. Смотрите, машина с Ханты-Мансийска. В Питере машина ездит 4 года. Со слов хозяина примерно так. Машина в Ханты-Мансийске ездила лет 8. Была в отличном состоянии. Приехала в Питер. И буквально за 4 года превратилась вот... Смотрите... Оп. То есть вот 4 года хватило. Ой-ой-ой. Чтоб машина пришла вот в такое состояние. Ай-яй-яй-яй-яй. Задние крылья сгнили. Багажник сгнил. Давайте посмотрим арочку внутреннюю. Вот такая машина. На удивление, да? То есть вот что на удивление? Вот вам Питер, пожалуйста, друзья. В Питере, если машина не очень хорошо обработана, от нее не остается ничего. Но на самом деле Nissan по какой-то причине, я не знаю по какой, они все гниют. Вот есть поговорка: купил Nissan, ну дальше потом сам. Вот есть еще один Nissan, с которым тут жесть. Смотрите, лонжерона нет. То есть это мы сейчас поменяли арку. Потом нужно будет снимать заднюю балку и восстанавливать полностью все лонжероны. Давайте с этой стороны. Что у нас с этой стороны? С этой стороны пока ничего интересного. Пока подгоняется арочка. В общем, вот вам один Nissan. Вот второй Nissan, с которым... мучаемся сами. Арочки, кстати, да, арочки у нас подходят очень даже хорошо. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Берем арочку. Компания Автосталь. Помоги, Виталик, нам, пожалуйста. Давай откроем дверь, арочку приставим, покажем людям, что у нас все подходит. Не, ну ты ее нормально-то ставь. Вот. Давай прикроем дверь. Вот так. Вот. Все. По форме у нас все правильно. Все подходит. Только нужно будет подзагнуть, потому что все-таки ручной труд. Это ручной труд. Она не может быть на 100%, но качество вполне хорошее. Давайте учитывать то, что в природе на эту машину арку не купить. Ладно, машина едет на подъемник. Мы ее сейчас помыли, подготовили. Ну и будем все вырезать, кромсать, пилить, варить, резать.